Проект «Народная экспертиза» привлек на АЗС десятки барнаульцев. Выстроилась очередь. Автомобилисты принесли пробы с бензином, отлитым в чистые сухие емкости. Горючее брали с тех заправок, куда привычно заезжают. Мы хотим показать клиентам, что каждый вид топлива имеет измеримые, вполне конкретные критерии качества, которые напрямую влияют на эксплуатацию автомобиля. И дать возможность сделать осознанный, самостоятельный выбор. Именно поэтому все проверки сегодняшние проходят инкогнито, без указания сети АЗС, с которых был взят образец топлива. 15 минут работы лаборатории, на руках протокол испытаний со всеми ключевыми параметрами топлива, в том числе содержанием серы и металлов. Превышение этих параметров может навредить двигателю. Все показатели в пределах нормы. У вас здесь есть графа норма по техническому регламенту Таможенного союза и фактические значения. Вы сами можете сравнить и посмотреть, ознакомиться. Среди проб, отобранных на АЗС города, отклонения выявлены всего в нескольких образцах. Чего не скажешь о пробах, взятых из бензобаков. Тут нарушения нашли в каждом втором образце. Причина в несоблюдении элементарной автомобильной гигиены. Эксперты рекомендуют, если вы заботитесь о своей машине, регулярно проходите техосмотр, вовремя меняйте топливные фильтры и заправляйтесь только на проверенных станциях крупных сетей.